Итак, я хочу записать видео. Как мне кажется, я еще не пробовал этой штукой пользоваться. Я нахожусь сейчас в павильоне Индонезии. И вот в самом конце, а может в самом начале, потому что мы заходили с задней части, здесь вот такая интересная стоит Ардуинка или Raspberry Pi, и здесь есть инструкция. Я заметил просто, что на всех вот этих боксах, которые тут стоят, какие-то надписи, какие-то цифры. То есть, если я сейчас попробую выбрать какую-то цифру, да, и нажать на кнопочку, возможно, у меня будет какой-то путь, какая-то комбинация цифр произвольная, при помощи которой надо будет что-то сделать. Ну что, попробуем. Допустим, 21-е. Ввели, так. Теперь набираем 663, допустим, да, раз, вот, мне тут поехала, вот, мне поехала, вылезает какая-то бумажка, видишь, уже туристы вокруг меня собираются, потому что я набираю абсолютно произвольные комбинации, главное, чтобы вот оно находилось как бы в диапазоне. Это маленький принтер там внутри стоит, подключенный к Ардуино. Это как сельпо предсказание, только ты здесь предсказание себе делаешь, получается, самостоятельно. Допустим, 129. Вот. Там 177. Вот. Сейчас почитаю. 95. Так, все. Теперь, когда я закончил, можно это аккуратненько оторвать. И вот у меня получилось. Что здесь у меня получилось? Ой, да тут целая поэзия у меня получилась. Я считаю, что это успех. Да, туристы уже ушли. Ну и все.